Туле прошел 4-й экономический форум «Развитие городов. Инновации плюс потенциал традиций». В его работе участвовал глава администрации Заречного Вячеслав Гладков. На круглом столе, организованном перед работой форума, Вячеслав Владимирович выступил с инициативой создания общественной организации, которая объединит малые инновационные города. Работа такой ассоциации выгодна для всех ее участников. С моей точки зрения, в городах те, которые занимаются определением новых векторов своего развития, зачастую накоплен уникальный опыт, который не всегда виден даже в интернете. И только при личном общении с мэрами городов, с сообществами городскими, мы можем, самое главное, узнать об этом опыте. А второе, задать вопросы, обсудить какие-то аспекты, затем использовать его в своих городских интересах. В конце октября в Обнинске состоится заседание оргкомитета, на котором будут рассмотрены организационные вопросы. А учредительная конференция должна пройти в Заречном в ноябре. Я надеюсь, что будет около 30-40 городов со всей страны. Это, конечно, далеко не только города завтра. Предполагается, что создание ассоциации инновационных городов позволит оптимизировать ресурсы по реализации местных стратегий и уменьшить сроки их воплощения в жизнь. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».